Привет, я Виктория Сокур. Покажу вам композицию по танцу румба. Эта композиция состоит всего из 4 движений базовых. И они объединены в такую очень милую композицию, которая просто запоминается. И за счет неких смыслов, которые я вам покажу в конце видео, можно ее украсить и очень классно и чувственно танцевать. Сначала я покажу схему. Первое движение – это я называю его квадрат, шаг в сторону и 2 шага назад. 2, 3, шаг в сторону, 4 раз и вперед. 2, 3, 4 раз. Дальше фигура называется time step. 2, 3, 4 раз и 2, 3, 4 раз. Сход, поворот и 2, 3, 4 раз. Кукарача. 2, 3, 4 раз, кукарача, 2, 3, 4 раз, сход, поворот, 2, 3, 4 раз, и все сначала. В танце румба все шаги исполняются с носка на всю стопу, и это происходит таким образом. Правая нога движется, носок, вся стопа, левая нога остается на кончике носка. Дальше этот кончик и натянутый голеностоп подтягивается к опорной ноге, к центру. Шаг назад происходит с левой ноги, с носка на всю стопу. Впереди носок правой ноги натягивается. Далее нога сгибается в колени. И натянут носочек, голеностопный сустав, подтягивается к опорной ноге. Производится шаг снова с носка на всю пятку. Левая нога находится на кончике стопы, подтягивается к опорной ноге. И производится шаг в сторону с носка на всю стопу. Свободная нога, при этом выворачивается пятка в пол и остается на кончике стопы. Подтягивается правая нога к левой. И производится шаг вперед с носка на всю стопу. Задняя нога остается на кончике носка, на кончике стопы. Следующее движение. Подтягивается левая нога к правой. Сгибается колено, голеностопный сустав левой ноги натянут. Открывается нога вперед, носком, и переносится вес тела на левую ногу. Правая нога находится на кончике стопы. Работа корпуса. Наше тело всегда движется в 3 направлениях. Это движение вперед-назад, в сторону и наверх-вниз. Это отображается так. Есть в теле стороны. Эти точки 3. Это ребро, тазовая кость и колено. Одна сторона выходит вперед, вторая назад, и меняется положение. Это первое направление. Второе направление – это направо и налево. Грудной отдел движется налево, таз налево, и грудной отдел перемещается направо, таз направо. Третье направление корпуса – это наверх-вниз. Когда происходит перенос веса, следующий этап – это опускание вниз лопатки и поднятие наверх таза. Перенос веса, опускание вниз лопатки и поднятие наверх таза. Все эти 3 навыка, они тренируются, тренируются и тренируются. И на это нужно достаточно времени, чтобы эта информация вошла в тело. Это стало привычкой. Как эти все 3 соединяются движения тела? Сначала выводится сторона вперед, далее переносится вес, то есть у нас движется корпус, грудная клетка движется направо, дальше происходит опускание лопатки и поднятие таза, и далее происходит вращение. Еще раз. Вначале... Да, и при вращении правая сторона уходит назад, а левая вперед. Итак, вначале мы корпус движется вперед. Далее корпус движется в сторону. Далее грудной отдел опускается вниз, таз поднимается наверх, и одновременно таз движется в сторону. И далее происходит вращение. Сторона уходит левая назад, а вперед, правая вперед. И это движение добавляет объема, красоты, элегантности и, собственно, является танцем. Ибо самый начинающий первый уровень, который танцоры приходят,
не знакомиться со своим телом, и вообще механика танца, несомненно, это просто переносить свой вес с одной ноги на другую. Следующий этап – это подключение, вращение и осознание своего тела, что оно может делать, в каких направлениях, как. Ну и, собственно, это уже намного выше уровень, и это уже уровень, который относится к пластике тела. Я буду вам называть стороны во время композиции, которые выходят вперед. И обращаю ваше внимание, что даже при шагах назад все равно сторона идет вперед. Я всегда своим танцорам рассказываю такую вещь, чтобы было хотя бы понятно на уровне ума. Не на уровне чувствования, а на уровне ума, хотя бы. Конечно, классно было бы, чтобы уровень чувствования преобладал в теле, но все равно новый навык базируется на том, чтобы понять, впустить, допустить мысль в ум, в мозг, и, соответственно, он дал импульс в сокращении мышц, либо их растяжение, дал импульс для движения. Вперед сторона выводится та, на которую производится шаг. Например, если сейчас становлюсь на левую ногу, значит, левая сторона выходит вперед. Вот здесь выносится сначала сторона, затем переносится вес. Вынос стороны, перенос веса. Итак, начнем. Шаг на правую ногу, правая сторона впереди. Вращение, опускание корпуса, движение таза в сторону. И следующее движение происходит на шаг. Шаг назад с левой ноги. Левая сторона впереди, правая сторона вперед, левая сторона вперед, правая сторона вперед, левая сторона вперед, правая сторона вперед. Тайм-степ. Правая сторона вперед, левая сторона впереди, правая сторона впереди, левая сторона впереди, правая сторона. Левая сторона, правая сторона. Спот-поворот. Левая сторона вперед, правая сторона вперед, левая сторона впереди, правая сторона впереди, левая сторона вперед, правая сторона вперед. Левая. Два. Правая. Левая. Спот-поворот в другую сторону. Правая сторона вперед. Левая сторона вперед и правая сторона вперед, и все сначала. Движение рук в танце румба происходит. Если очень просто, то принцип тут такой. Шаг происходит на правую ногу, открывается правая рука. Шаг на левую ногу, открывается левая рука. Всегда работа корпуса, она связана с верхним центром. Верхний центр – это грудной отдел. Есть еще нижний центр. Он находится в тазу. Тазу? Тазу. Тазики. И если вперед выходит правая сторона, то рука открывается в сторону. Если вперед движется левая сторона, то левая рука открывается в сторону. В свою очередь, рука, которая сгибается, она является балансирующей той ноге, с которой мы делаем шаг. Принцип у любого шага – руку вместе с ногой двигать в противоход. Противоход – это шаг вперед с правой ноги и вынос левой ноги вперед. Выходит, мы когда перемещаемся, всегда это действие выходит накрест. Это происходит для того, чтобы поддерживать баланс. Делая шаг на правую, на правую ногу, эта рука правая открывается, но на самом деле очень много ценностей и важности в руке, которая балансирует движение. В руке, которая балансирует движение. И еще сразу я буду рассказывать про идею настроения. Я в эту маленькую композицию вложила некий смысл, некое наполнение, потому что я всегда за то, чтобы не исполнять просто фигуры, не исполнять просто движения, а это выражение чувств, эмоций от прослушивания музыки,
либо от желания рассказать какую-то маленькую историю, либо большую историю. И вот это желание, оно является импульсом к тому, чтобы тренировать форму. Потому что байная данса – это про форму, про состояние определенное, стилизированное. И танцуя историю, танцор намного понятнее подходит к тому, как вообще танцевать, что выражается в этом движении, что этим открытием руки хочет рассказать танцор какой-либо. Для начала я покажу простую работу рук, которую хорошо, чтобы овладеть ею на начальных этапах. И она выглядит так. Правая рука, левая рука, правая рука, левая рука, правая рука, левая рука, правая рука, левая рука, правая рука, левая и правая рука, левая, правая. Следующее движение. Левая рука наверх, правая рука в сторону, левая рука и правая рука, левая, правая и левая рука, правая, левая. И наверх, правая рука, правая рука. И для того, чтобы история танца румба смотрелась и танцевалась интересней, я предлагаю вложить сюда такой смысл. На счет 4 раз я показываю себя, я проявляюсь в этом мире, и мое тело говорит о том, что посмотрите на меня. Следующее движение, 2 шага назад, это приглашение и затягивание вашего внимания, либо объекта, которого вы хотите соблазнить. Следующее движение, снова проявление, и 2 шага вперед, наступательное действие. После этого я говорю себе: я прекрасно, чудесно, и движение рук, они подтверждают это, подтверждают, о чем это может говорить, о том, что руки движутся по телу, и происходит самолюбование, самокрасование, есть такое слово, будет. Поэтому правая рука спускается плавно по затылку, по грудной клетке. Левая рука движется по грудной клетке сверху. Спот-поворот. Поднимается правая рука наверх. И здесь некое такое показывание себя, своих объемов, своего тела, словно все по-прежнему красование происходит. Посмотрите на мою попу, спину, бедра, грудь, какие они в объеме. Следующее движение – кукарача. И здесь можно добавить некой страсти и желание обладать кем-то. Вот это движение, в котором происходит некий такой животный посыл вперед, посыл и некий захват внимания, активное такое проявленное движение вперед на некий объект. Можно даже себе представить, что вы кого-то подцепили на крючочек и подтягиваете его к себе. Следующее движение снова спот-поворот. И это тоже любование, красование собой, показывание себя со всех сторон. И далее движение в сторону. На этом видео завершено. Благодарю за ваше внимание. Если вы хотите поддержать канал, можете заглянуть в инфобокс и напишите, оказалось ли это видео полезным. Если оно оказалось не полезным, не пишите.
И также напишите, что вы хотите видеть в следующих видео. Это всегда интересно читать, я приму во внимание и, возможно, что-то сделаю. Пока, до новых встреч!